Проект закона предусматривает освобождение всех участников СВО от налога на транспорт на 2 года, начиная с текущего года. Члены Комитета по бюджету, налогам и финансам областной думы рекомендовали коллегам по региональному парламенту рассмотреть и принять законопроект в 2 чтениях на ближайшем пленарном заседании 25 ноября. У нас был для ветеранов, был до 150 лошадиных сил, главой внесен законопроект, который освобождает, неважно какое количество транспортных средств у участников специальной военной операции, неважно сколько лошадиных сил, освобождает всех. И как говорят в правительстве и глава, что самое главное, чтобы они вернулись живым. Обсудили на заседании комитета и изменения налоговых параметров для социально ориентированного бизнеса. Так, до 2027 года предложено установить ставку в размере 1 или 5% в зависимости от системы налогообложения. Этот законопроект также рассмотрят на думском заседании.